Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Продолжаю дальше стройку автомобиля Typhoon от фирмы Tacom. И сегодня будем красить салон, десантный отсек. И данная краска фирмы Tamiya и Мистер Хобби нам понадобится для покраски салона. Буду использовать и лаки прозрачные, и краску. Краска, как видите, разных цветов. Красная, черная, серая. Оливковая хаки и дектан для покраски десантного отсека. Черную краску буду использовать двух цветов, глянцевую и матовую. Серой буду красить салон кабины автомобиля. Данной краской буду красить сиденья и этой краской буду красить десантный отсек. Разводить буду растворителем Мистер Хобби для акриловых красок. И для этого нам также понадобятся кисточки разные и аэрограф. Thank you.
покрасил, дал просохнуть салону, собрал его, склеил, установил сиденье, поставил панель, руль. Ну, теперь хочу вам показать, как все у меня получилось. Получилось довольно неплохо, вот только данную деталь я полностью задул светлым тоном, хотя дверь должна быть зеленой в оригинале, но через маленькие окошки особо ничего вообще не будет видно, даже жалко. Ну, только будет видно через стекла кабина, более не менее. Покрасил темно-серым цветом, экраны покрасил глянцевым черным и сами экраны покрыл прозрачным лаком от фирмы Tamiya. На данный момент так вот модель получается. Как бы смотрится довольно неплохо, но опять же повторюсь, жалко, что вот этого всего не будет видно на модели. Бронеокна довольно маленькие, будут закрыты подголовниками. Поэтому сильно особо не увлекался. Более не менее покрасил, чтобы было похоже на оригинальный образец. Кабину сделал темно-серую, смотрелся на фотографиях, выделил красным цветом ручку. В следующей части буду собирать, устанавливать стекла, собирать полностью кузов, и после этого уже начнем полностью окраску модели. На этом буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. До новых встреч. Оставайтесь с нами на канале, друзья.